Кирове скучно. А? Интересные выходные, выбор редакции, город Киров. Интересные выходные, выбор редакции. Поехали. На этих выходных в Кирове можно будет посетить школу экскурсовода. Начинающим любителям достопримечательностей расскажут об этике и этикете экскурсовода, а также подскажут, насколько часто на маршрутах экскурсии можно будет употреблять такие слова, как «Ну так как так-то? Чё поди пойдем? Ну вы долго зырить еще будете, не?» Расскажут, зачем приезжать в Кировскую область, а также расскажут о главном, как выбраться из Кировской области. Для тех, кто часто бывает нервным, 3 ноября вечером проведут специальный открытый мастер-класс по плетению из лозы. Между прочим, это продвинутый способ вязания. Ну и, конечно же, на открытом занятии можно будет сплести себе лапти, которые идеально подходят для кировских дорог. Кому не с чем сходить в магазин, можно будет сплести себе настоящую корзинку. А для тех, кому не на что купить корзинку, можно будет сплести себе продуктовую и, может быть, что-нибудь на сдачу. Также вечером 3 ноября в Доме культуры села Порошино состоится обзорно-познавательная программа «Живая легенда». В увлекательной форме ведущие расскажут о жизни Аллы Борисовны и раскроют секреты ее биографии. Видимо, секреты биографии будут настолько серьезными, что мероприятие решили проводить за городом, в окруженном лесом месте, без камер и сотовой связи. Если вам хочется узнать все тайны, то возьмите с собой фонарик. А один из главных секретов Аллы Борисовны – это... Для любителей чего-то мягкого и пушистого в воскресенье будут открыты двери филармонии, где будет проходить настоящий концерт Юрия Куклачева. Конечно, всем понятно, что артист посетит наш город не один, и в составе его команды будет 23 мяукающих и 2 гавкающих артиста. Только я не понимаю, где он расположился. Алло, это администратор гостиницы? Можно у вас одну комнату засыпать наполнителем? Ну а завершением выходных станет концерт группы Любэ. И здесь уже никаких шуток. Ведь это Любэ. И это... Комбат, батяня, батяня, комбат, ты сердце не прятал за спины ребят. Летят самолеты и танки горят. Да бьет ее комбат, ее комбат. Это был выбор редакции, чтобы каждый знал, в Кирове есть куда сходить.